Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю последний в этом году ФФА сериал. Аж 10 человек, и я играю за новую нацию Польшу. Если вы не видели первую серию или вообще вот наткнулись случайно на эту серию, то начните смотреть сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Тут, конечно, какие-то ресурсы неплохие, но вот тут, видите, есть кит. Мне железо еще надо, и вот это серебро. Так что, мне кажется, вот тут надо ставить город. Будет нормально. О, нафига они сюда прибежали? О, блин. Пойдем на помощь. Во, блин, а этот Торрес, оказывается, горой не считается. Нету бонуса для кампуса от него. Зато есть бонус. А он вроде как считается просто непроходимым участком. Что такое? Бонусом для святого места зато считается. А у тебя город автоматически эти клетки захватил его? Да, он автоматически захватил горы. Ну, это нормально вообще? Или, да, или ты считаешь, я их купил за деньги? Не, ну мало ли, вдруг это геополитически важно. Да. Хитрый план, это хитрый план. Чтобы с артиллерией стрелять через горы, там, в мой город. Да, думаю, лишние клетки... Лишние деньги, точнее, есть, думаю, надо... Купить горы. Я же что говорил, так это не только этот, блин, Люблин, у меня вон Краков зачем-то горы купил сам по себе. То есть вокруг вон железо есть, да, добавить. Есть, блин, клетки с едой. Не, горы. Первым делом горы захватываем. Конечно. Бытует мнение, что лучше вначале вместо кампусов строить эти торговые районы. Учтем, учтем. Ну, типа, чтобы другие в это время строили кампусы, они становились дешевле. Да, я прав. Ну, и не только, так вроде как развитие лучше. Толк вот эта технология, если ты не можешь все равно ничего построить. У тебя там ни денег, ни производства. Ну, да, кстати, есть в этом идея. Хочу сначала торговый путь запустить. И лучше городов больше поставить, потому что в начале кампусы немного науки дают, а от населения почти столько же можно добыть. Слушайте, а давайте... Этот, как тебя? Горго, можешь, пожалуйста, убрать разведчика? А куда ты хочешь идти? Лучник, ну... Я хочу на место разведчика поставить, лучника. Ну что, убьют мне этого? Я бы хотел убрать. Идея у него не сильно вот этого лучника. Горго, ты же наверх не собираешься, да? В смысле? Но он полностью Подожди, сильный. Я говорю, вот возле Брюсселя твой разведчик стоит. Там дальше ничего, там везде юнит. Можешь как бы там на камень встать или куда-нибудь идти в другую сторону. Все равно не проскочишь там дальше. Там в пределах двух клеток юнит стоит. Как ты убежал. Мне просто эта клеточка очень нужна. Нет, не буду пока ничего менять. Блин, тут скаут стоит. Ай, как все не в тему, постоянно. Вопрос, если я вырублю лес, а потом поставлю район, мне это зачтется? Потому что на это месте этого леса я хочу поставить район. Да. Это инфа соточка. Ладно, ну, проверим. Блин, ну что ты...
Блин, вот специально не так разбежали, чтобы мне вообще невозможно было двигать моих поселенцев никак. Ну это хрень. Так, давайте в Кракове этот спасибо молитву огромное в священном месте проведем. А я надеюсь, это не ко мне войска идут. Нет, это к Брюсселю. Так, что у нас тут? Может купить бананы обработать. Я вот хотел еще одно дело спросить. Леша, ты в одном из видео советовал сайт, ну, по библиотеке фантастической либо фэнтези FantLab. Что? Сайт fantlab.ru этот? Да, да, да. Ну. У тебя у самого есть там аккаунт, или ты просто заходишь, сверяешься? Ну, возможно, и есть, но я... Можно это как-то... Чего? Ориентироваться там. Ну, если у тебя есть аккаунт, можно, то есть, посмотреть оценки, мнение твое там. Как-то, я точно там... Если у меня есть аккаунт там, я не уверен, есть или нет, то я точно никаких там ни оценок, ни мнений не писал. Понятно. То есть, ты просто ориентируешься, как бы, по мнениям на этом сайте составленном. Да. Привет, японец. Да, Рау, Качечка. Японец. Ты будешь забирать Буэнос-Айрес, или мы все с ним будем дружить? Не, я его не буду забирать. Все, спасибо за информацию. Пожалуйста. Озарение для денег. Нанять великого полководца. А ты испанец потом военный лагерь и центральная площадь. Эта информация засекречена. Ну, кстати, надо военный лагерь будет в Люблине посмотреть. Дай информацию, ты сам не хочешь. Я не рекомендую отсылать в Поленки послов. А есть Поленки? Научно. Хотя это вот, где он, где если я в третьем Поленки радиусе вот тут военный лагерь какая построю, разница, это особенность Польши такая. Да, мы знаем. Были уже такие... Вот-вот, сейчас снесу, сейчас культурный снесу. Захват соседних клеток игры после строительства военного лагеря. И вот оно это стоит. То она не добавит, то есть это я только... Я на слова отвечаю. Вот Брюссель, видишь, воюет со мной. Дальше, ну, дальше третьего радиуса ничего не захватывает. Мой кортеж. Это ты, Качечка, да? Ты испанец? Да. Я тебя никак не найду, просто где вы там? Вероломно захватывать им. Так я что? С самого лева. Я иду через всю карту к вам. Так вы скажите, у кого-то есть куча нашел места или нету? Объясни, расскажите в итоге. Нет, у меня нет. Ну, соседи по-моему, есть. По-моему, вот просто раз, два, три, четыре, пять. Вот мы в пятером здесь на правой какой-то части, и получается еще пять слева. А в пятером это кто? Ты считаешь Польша... Ацтеки, Франция, Америка и Греция? И Индия. Ну, грек тоже слева как бы не особо далеко. И смотрите, какая ситуация. Я и араб довольно-таки близко. Сверху грек. И это хорошо, что у вас воинственных товарищей всех в одно место сгрузило. Может, вы там переваритесь как-то? Мы вроде как дипломатически заключили такой договор о ненападении. Надо как-то подлить вам масло в огонь. Мы знаем, когда заканчивается дружба. Когда появляются конкистадоры. Да, цифры? Да. Меня познакомили вчера. Вот, ну, познакомьтесь, вот циферки, вот конкистадоры, да? Да, а снизу еще казахи там катались. Еще, блин, лагерь. Ну тут мне главное вот сюда довести город, поставить. Казахи? Уже. Казахи. Лучше так, 2-3. Блин, тут надо построить.
эту шахту, построить. Краков надо как-то отъедать начинать. Вот, меня оттолкнул, я хотел там пройти. Так, я добрался до Канди. О, индуса я нашел. Короче, я не нашел только до минуса, качечку и Вандервула. Где вы? Вы вообще в игре? Вы тут? Ну, мы на одной территории. Я за арабом. Ну, поэтому караб недалеко от Перикла, я так понял. Да, я на соседе. То есть они там все равно все где-то рядом. Вот мой один воин вояжирует выше араба, севернее араба, между арабом и... Слушай, а почему тебе подсознание первым подкинул слово «вояжирует»? Не знаю, я захотел выебнуться. Ясно, молодец. Честно. Зачем получше? Чего стоит в США борьба с креационистов и божественных этих ребят? Там плоская земля, общество плоской земли. Как тебе такое? Не, ну там государством это особо не покрывается. У нас там в тюрьму сажают, блин. За танцы на Илье, да. Не, ну а как этот патриарх там отсудил там 10 миллионов у какого-то чувака, там, который ремонт сверху делал, это вообще пиздец. Это жесть просто. Не, ну он же патриарх. Он себе показал не как патриарха, как крутой такой ракетир. Знаешь, тут надо разделить. Ты как вот к этому относиться? Как к мракобесию церкви или просто к тому, что в России главное, что говорят бояре и холопы? То есть в данном случае, по-моему, патриарх не в том плане, что он патриарх, а в том плане, что он боярин. Поэтому он может себе отсудить эту квартиру. А холопы радостно... Это все терпят, вот и все. Тут не дело в том, что это церковь православная. Он был бы, блин, главой буддийской церкви, то же самое мог бы сделать. Так, тут лечимся. Убиваем этих. Эх, жалко, не убили. А если так? О, так лучше. Так, ну я вот, ну вот видите, где я хотел, мне тут даже компьютер советуют ставить. Ну уже следующим ходом пойдем. Блин, ну два довольства, в принципе. Леша, у тебя налево там сколько места, куда селиться искать? Да, так я сейчас там поселюсь. Ну там налево, то есть там места для одного города и как бы и грек уже. Если так вертикально смотреть, понимаешь? Ну да. Ну, можно два воткнуть. Ну да, так я и планирую два воткнуть. Вообще, можно будет где-то и вот тут еще, например, город поставить. Например. Что за оно? Еще раз, вот этот воин, который на севере от араба, да? Да, я пройду, я хочу пройти вправо просто. Я иду просто вправо, и видишь, не трогаю твой поселенец. Не ставь пока, да, я... Так, давайте я... Да, я следующим ходом еще вправо отойду, поселенцев ты меня уберу. Не закинул назад. Хочу прорваться к людям. Я снизу хотел, там, хатина,
Сверху там японец и грек, там тоже не ставлю пройти. Два очка великого пророка. Я попробую, конечно, пройти между ними, но... Чтобы быстрее там это все кажется, делалось. Застроено все. Так, ребята, есть два сахарка на обмен. У меня есть гипс. Давай, давай, давай. Это Америка, бросайте. Понятно. Посадил в Иерусалим, потому что я сейчас выполню его задание, вот отправлю караван. И предложение. Будет три, есть. А у меня есть уже священное еще место, есть. И еще одно будет. Так, значит, в Краков. Скинь мне предложение, у меня тоже гипс есть. Вот, видите? Все, вы Иерусалим. Америке лучше бросьте, у кого есть что-то на обмен. Стал моим сюзереном, я так понимаю. Да. У меня как бы гипсяшка. Так, тут готов посел. Кинул сделку. Угу. Никому соль не нужна, у меня две будет. Так, давайте думать. Этого посела куда поставим? Мне тут предлагают, но там плохо. Там плохо. Этого мы, конечно, еще можем тут на побережье поставить. Вообще вот с этой стороны, вот сюда. Да? Знаете что, давайте мы этого поставим тут. А вот этого как раз сюда поведем. Парочку строителей. Так, лимит жилья, значит, там бар нужен. Так, что ожидания Халецкий. Города. Или это... Потому что он еще ходит. Это таймер, видишь, 23 секунды. Военный лагерь. Нет, он уже кончился. То есть Раненько. У тебя раньше кончился таймер, чем у меня? Да. Может, ты все-таки конец хода нажал? Читер! Если нажимаешь конец хода, там, по-моему, идет полосочка. Дружочек-читерочек. Немножко есть. Немножко есть. Видишь, какой молодец. Сознался сразу. Типа нельзя стереть, что ли? Ну, ванили можно. Всем спасибо. Пожалуйста. Я сейчас никому не посылаю экспедиции. Ну, вот эти. Блин, надо этого коня. Так, значит, у меня 4 города. Сейчас будет 5, 6, 7 тут. Ну, надо, видимо, 8 вот тут будет поставить, и все. Я буду в 8 городов играть. Так, что у нас тут с Краковым? Четыре.
4, 6. Ну, вот открою игры развлечений через два хода, можно будет убрать на великих очков. Очкей, блин. С великих очков пророка. Что у нас с армией? Вандервул и Качечка первые по армии. Что это там у вас? Гонка вооружений? Не знаю, у меня этот Брюссельск. ГГСочки падают. У кого там был обменником, пользуйтесь вы. Мы? Да. Это был вирус на видео про скайп. Тут можно спайс ставить вместо этого. Так, ну что, а сколько мне тут осталось? О! Недолго. Индию я явно обгоню. Так. Лимит жилья и довольства. Так, значит, строителей надо. Блин, и тут может еще строителей построить, а потом уже амбар. Ну, потому что у меня бонус на строительство строителей. Извиняюсь за тавтологию. Эти плюс 30%. Так, что у нас там с религией? Нету, пока никто не укреплял. Нет. Ходят слухи, что цивилизация ацтеки поклоняется пантеону богов, связанному с верованием речная богиня. Это классно. Самое время для пантеона. Лучше поздно, чем никогда. Да я сам хотел такое взять, очень классная штука. Блин, ну тут соль, как бы. По идее, вот если я вот тут поставлю если город. Если есть куда ее всунуть. То я дотянусь до соли, тогда если тут есть. Город надо где-то вот тут ставить, а не с этой стороны. Но тут железо. Слушайте, а если я город тут поставлю, например, а еще один тут потом? Или лучше сначала этот здесь, вот здесь поставить, купить до соли. Тут рис и так будет, еще сахар будет, между прочим. Да, слушайте, надо сюда идти, ставить город. Веселые такие варвары пришли устроить набег и увидели, что мне нечего грабить. Развернулись и ушли. Так, могу колосс построить. И меняем... Плюс один к жилью во всех городах с двумя и более специализированными. Ну, у меня этого пока нету. Бонусы от соседства для священного места. Плюс 100. Давайте это возьмем. И два. А может плюс 15. У меня там бонусы, ну сколько я? 6 получу. Хотя это в принципе много. Но я зато и чудеса хочу построить с другой стороны древнего мира и античности. Колосс — это ж античность. Да и пирамиды я еще хочу. Ладно, давайте это возьмем. И два очка великих ученых. Надо потихоньку набирать.
Слушайте, а может поменять уже тогда торговую республику? Испанец, посмотри сделку. Раз такое дело. Давай сейчас. На античную республику. Все города с районом получают плюс одно довольство. Блин, у меня анархия каким-то образом началась. Ты, может, два раза один и тот же строй выбрал? Нет. А, в смысле, который уже был, потом я к нему вернулся? Да, да, да. Отлично. Да, так и есть. Хороший бонус. Так что вырублю тут лес и построю шахту. Так. Блин, араб, ну блин, ну что вы бегаете скаутами, постоянно где-то мешаетесь все? Ну, араб, ну ты не видишь, что у меня идет поселенец? Ну вот зачем ты это делаешь? Так там, наверное, автомат. Ну, а нафига на автомат ставить тогда? Обычно. Постоянно, вот каждый раз так. Отлично, за тебя ход потеряю теперь. Ай, блин, чё я... Надоело просто. Все ходят, как им хочется, даже не смотрят, чё там у других. Так может он специально? Грек, да, скорее всего, специально. Кто? Что? Я тебе кинул предложение дружбы и взаимопомощи. Сейчас я отменю ход и приму. Сейчас я все брошу. Все. И прибыль. Ну... Он все бросил и принял. Да, сейчас. Это так и есть. Онлайн-версия 2GIS подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние 3 месяца. Компания 2GIS оперативно обновляет свои карты, и вы всегда в курсе актуальной информации. Скачивайте приложение под вашу платформу абсолютно бесплатно с сайта 2GIS.ru или пользуйтесь онлайн-версией 2GIS, если быть точным. Там от тебя кто-то есть? Ну, насколько далеко? Грек. Чего? Справа тебя есть? Ну, насколько далеко от Олимпии, там другие нации? Ну, очень далеко Леша, и он почему-то не селится в мою сторону. Уже селюсь, не волнуйся. Значит, я там никого не найду. Что он тут обрабатывает? Ага, надо пшеничку, действительно. Вот тут у меня место для акведука оставлено. У меня нубский вопрос. За разрушение каменоломни золото дают или что? Веру, по-моему. Нет, этого добра нам не надо. Я могу ошибаться, но, по-моему, веру. А слушайте, а в чем выражается анархия? Что-то я не вижу каких-то больших проблем. Вроде строится, да, все так. Науки, ноль культуры. А, точняк. Ну да, это небольшая проблема. Но если у тебя есть степи, то там появляется батька Махно. Так, религия. Кстати, а на сколько ходов дружба-то? На 20? На 30, по-моему. Нет, на треть, то, наверное, на обычную. Все чудеса света позволяют покупать здания в компусах. Сказали 30. Вот это возьму, ну, ладно. Я не против. Мне кажется, и... больше, ну вот. Я помню, собор, что написали, а уже 50-й мечети, ход, синагога.
Дружба. Она все идет. Церковная идет. Собственность. Идет. Так, мне чтобы, кстати, распространять религию, нужно святилище, чтобы покупать миссионеров. Так у Польши и Аравии война началась? Ну я его скаута убил, чтобы он мне не мешался там. Такое. Просто вот откровенно надоедает договариваться. Это, ну, блин, ты видишь, что у тебя есть юнит соперника, да? Поселенец идет. Кругом холмы. Нет, надо обязательно рядом. Хотя бы спроси, где он там, что делает. Ну, это ж не специально. И он преследовал свои цели. Ну, а я свои преследую. Ну да. Вопрос, кто как договаривается. Кто-то воюет, кто-то договорит, что уйдет. Я не верю вот в эти скауты, что я типа случайно там хожу на автомате, вот это вот все. Объявляй войну. Убивай. Леша, а ты можешь поселиться на камне? Чуть правее. Нет, я вот конкретно на этом месте селюсь. Потому что отсюда я достаю до соли и до сахара. Я не про то место. Я про то, что снизу карты, рядом с рисом. Так я про это место и говорю, где... Ты видишь моего поселенца, правильно? На Твиче. Туда. Что говоришь? Да ничего. Кто-то транслирует что-то на Твиче? Нет. Дай ссылку. Нет. Да. О, еще кто-то нашелся. Может, все-таки тут поселиться. Вроде будут и киты, и... Не будет железа. Но железо у меня и так есть. Другое. Я и думаю, что, наверное, вот тут надо селиться. Ставить город и все. В принципе, я могу еще вот тут город поставить. Сколько у меня уже городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, будет семь. И восьмой город. То есть либо тут, например. Так. Хотят города, государства. Полководец, военный лагерь, театральную площадь. Да, анархия, конечно, очень дебильно сделал. Очень.
Кстати, по идее, греки должны где-то далеко быть по культуре, а у нас почему-то американец. Не, греков не рфанули, сейчас греки по культуре так уже не будут врываться. Ну, Акрополь? Акрополь, он считается... Да, ты со скидкой его строишь, но слот-то дистрикта он занимает. Раньше что? Ты можешь... Ну, а тебе так, надо тут построить... Столько, тут столько времени эти дистрикты стоят, что ты по-любому не успеешь там все построить. Ну, смотри, когда ты идешь в определенный дистрик, у тебя открыто мало технологий, и он строится быстрее. Ты сейчас, наверное, открыл много дешевых тех, и он получает по 4-5 молотка, или сколько там? 4-5 молотка, 4,5 молотка за каждую новую технологию. Дофига открыл мелких технологий, поэтому у тебя дорогие дистрики. Вам видео надо смотреть, там один человек, я слышал, делает очень хорошие видео. Ну, мы от Лёши видео ждем, конечно. Это он... Вот нормально, играет. Да? Я считаю, что надо забанить чувака. Я и сделал видео по районам уже давным-давно, там все рассказывается. Слушай, это бан, это бан. Бан в группе сразу момент. Ну там, как я понимаю, устаревшая информация про вот эти стаки. Какие? По центру ставить районное производство. Знаешь... Но не самое важное. Там... Знаешь, мне вниз пройти, там поразведывать. Так, ты и так можешь пройти. Так, строители, наверное, убираем. Дело в том, что внизу там город мой сразу стоит. Тебе надо направо идти, направо и вниз. Давайте чудеса античности. Там, где обходя варвары. Бонус соседства священного места. Я сейчас их зачищу. Ну, просто вниз тут нечего смотреть. Стоимость... Уменьшает стоимость покупки клеток, производства, поселенцы, строители. И были два очка великих ученых, наверное. Да, здесь надо будет ставить. Еще остается место вот здесь. А, нет, уже нет, не остается. Странно. Типа на речке, но... Тем не менее, нет. Так, давайте акведук откроем. Или все-таки деньги. Эти коммерческие районы... Хотя и акведук требуется. Давайте акведук, потом уже деньги. Это тут вообще... Слушайте, это коммерческий район, это же мой основной район польский. Потому что у меня там суконные ряды. Сколько у ацтека городов, интересно. Мне кажется, во все идти это не очень выгодно. Ну, как-то он сейчас всех лучших ученых заберет. Ну, не ученых, а великих людей. Да не заберет он лучших великих людей, что-то. Быдгощ. Я сюда на шахматные турниры когда-то ездил. Так, в Кракове можно... Миссионеров купить. И построим... Кампус, пожалуй. Блин, ставить мне тут город, не ставить. Сколько у меня вообще городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? То есть у меня вариант либо тут город поставить, но у меня будет
по вот тут. Нет воды, блин. Плохо. Вот тут я еще могу. Так там на пряностях. На спидах он. Так, а что? На бананах, на пряностях там. Вообще по городам. Ну пока 65. У грека вообще дофига городов. Там будет больше городов, там есть куда селиться. Японец, а я могу куда-нибудь пройти здесь, вот мимо тебя? Видишь, воин идет возле. Ну, у грека дофига городов. Ты кто говорит? Испанец. Вот испанский воин, ты видишь его. Ну, ты можешь там идти, где? Как бы, ну, вправо. Вправо. Спасибо. И по моим границам. Туда вниз. Там есть дырка между моей границей и греческой. У грека спасибо уже большое. 8 городов. Надо, видимо, все-таки где-то тут город поставить. Да блин, надо и тут город поставить, и тут город поставить. Чё тут думать-то особо? Defense is superior to opulence. Феодализм. Постройте 6 ферм. Ну, 3 построены. В принципе. Четыре фермы построены. О, еще одного грека встретил. Так, это на Гданьск и на Люблин. Этот на Плоцк и на Познань. Что, они не могут местами поменяться, что ли? Да блин, куда ж ты пошел? То есть стоял все время тут, как только вышел у меня юнит, пошел куда-то бегать. Я на последнем месте по технологиям. Что впереди по туризму. Это, в принципе, одинаково с французом. А вот у француза и араба 16 туризма вход. Это вы откуда взяли? С Норвегии. У меня пассивный бонус. У меня чудо просто. Это единственное. Я как понимаю. Ну вот у меня тоже реликвия, но реликвия дает 8 туризм. У меня нету реликвии. У меня там от каждого чуда на 20% больше туризма дается. Ну а изначальный туризм откуда-то? Кому 20%-то прибавляется? Ну, видно, чудо. А там чудо, оно со временем начинает туризм давать. Можно вот посмотреть. Сколько. Не, ну я в курсе, что, ну блин, 16. Ну, 16, не знаю, почему так много, да. Там... У меня одно чудо всего. У меня даже ни одной театральной площади. Сейчас у меня пирамиды построите. 19 стало, было 16. Стало 19. Читер.
А что выгоднее строить на реке холм? Вот на река холм, там выгоднее шахту построить? Или выгоднее, допустим, лес с лесопилкой? А холм какой? Равнинный. А вот фиг знает. Ну ладно. По-моему, лучше построить шахту. Окей, Кэп, следует моему совету. Три. Если речка без холма, но с деревьями, то лучше лесопилку. Слушай, ну я и тут могу кампус на три тогда построить, блин. А, тут еще далеко. Ладно. Пойдем тут вырубать джунгли. И строить на три. Неизвестный игрок побежден. Кого там? Брюссель? Или кого там выносили? Брюссельск. Брюссельск умер. Он мне никогда не нравился. Я приветствую эти действия. Спасибо. Пирамиды, блин, так хотел построить. А че ж не строил? Вот как раз начал. Леша, ты, наверное, еще не в Стольне даже поставил. Не, в Познане. Так, пока амбар, видимо, тогда. А кто здесь рядом с Махеджадаро? А японец только. Это я и спрашиваю. А что ты спрашиваешь, он же на конференции? Там не разведано. На пшеницу водяная мельница. А вот не у океан. Да, да, понятно. Блин, ну грек неплохо так расселился, я скажу. Сколько у него? Рикл, который. 8. На один больше, чем у Лёши. Ну, я только что поставил два города, а у тебя они уже стоят давно. А в чем проблема? Чё ты не ставил давно? Вот это, знаешь, вот это, хороший вопрос, это уход, кстати, да. Уход такой от темы. Не, ну справедливый. Смысл же в том, что у тебя много городов уже поставлены, и они развиты. А ты спрашиваешь, почему я не ставил. Ну, значит, у меня были причины, почему я не ставил, но развитие-то у тебя лучше будет. Ну, ты чудеса строил, он города строил. Я чудеса не строил, я воевал с варварами, которые у меня в центре, в центре империи появились. Француз, что ли? Нет, Леша воевал с варварами. С арабом? А на меня они все бежали. Слушай, американец, ты же видел, какие у меня были варвары. Ты сам пришел, я тебя спрашивал про этот лагерь, а потом там носилась куча конниц. Коней? Коней, да. Леша там отпугивал варваров, и они бежали грабить мою территорию. Там вот так вот делают. Неправда. В итоге они мне запороли все развитие. Неправда. У меня варвары появились в окружении всех моих городов. То есть у меня города расставлены были вокруг этой территории. И там скаут сходил к каждому городу, узнал инфу, приходил, и там генерировались еще юниты. У меня тут куча была варваров. Куча — это когда много, да? Куча — это когда совсем много. Это был мультик про обезьянка и слона и удава, где они рассуждали, сколько это куча. Что-то припоминаю. Ну, блин, у меня тут уже все распространилось, моя религия. Какой город государство религию мою не хочет случайно? А, мы с арабом. Так, француз и ацтек, что вы по поводу моей религии скажете?
А у француза есть невзрачная такая? Ну, извиняюсь, грек и ацтек. Она у меня даже не распространяется. Ну, распространяй. А, два что не верю пока. Мне же бонус это наоборот. Ну, да, мне нравится для людей. В сравнении с отсутствием вообще бонусов. А что у тебя там за религия-то? А, ну у тебя там ничего хорошего. Странно. Ацтеку и греку нравится, а ты говоришь ничего хорошего. Американец, а что у тебя там за религия? У тебя же промка, да, американец? Да. А что у тебя за пантеон? Или пантеон не дается? Пантеон мой, только мой. Никому не дается. А пантеон отстойный. Культура с пастбищ. Зато родной свой. Я бы не отказался от пантеона. Но раз пантеон не отдаешь, то... Да дело в том, что пантеон даже при захвате моего города, где я вот и ты, допустим, свой пантеон основал, да, я тебе принес религию, все равно твой пантеон будет работать до конца игры. Вот пантеон если бы здесь... и мой, и твой работали, вот тогда бы. Тогда надо брать Конго, да, по-моему? Или что у них там? У них оба пантеона. Правда, работает. Истина. Так, ребята, появился лишний спайс. Кому надо? Нифига там все на спайсах живут, блин. Да сраный один континент. Не надо, да. Ты жалуешься? Я жалуюсь, да. Потому что люксов нет. Да, Ван де Волф, давай, где ты? Кто ты? Кто ты? А, вот ты кто. Кинул тебя. Ага. Он здесь Рад, себе ты мне что-то кинул? Предложение какое-то? Вот это Южная Америка. А вот Сибирь, где Канди. Амасия. Континент Амасия. Долго шло. Три континента, смотрите. Протухло. One man's magic is another. Так. Там ничего нет, зачем тебе смотреть? Амбар построен. Сейчас деньги один ход. Что у меня тут принято? Чудеса. Бонусы от священного места. Давайте оракул. Феодализм отложим. Еще мне вот в наемники надо. Это военная подготовка. Хм. Только сейчас заметил, что город американский, типа с Капитолием каким-то выстроен даже. Подлец. Прикольно. Так, что там у нас по науке? Люди рвут, у них по 50. Рвут педаль, да, 50 вход. Это кто там хочет? Да, ну, это что-то там... Я не понимаю, зачем вам это? А, это не мамлюки, это... Это на их половине там где-то горго... Да, Горго стайл идет какой-то. Доминус. Я просто не пойму, зачем. Объясните, пожалуйста, зачем. Зачем? У Перикла 80 культуры при этом вход. Ну, с этим-то понятно. Все-таки греки, у них это возможно. 80 так, культуры. Теперь ура! На апостола да. будем. Он построил свои районы. Везде уже, да. Подарчик на плюс к этому бонусу к соседству.
Ну, допустим, а деньги у тебя есть, Горгукс? Что у меня есть? Смотрю, ну, денег, ну, чуть-чуть у тебя денег. Допустим, ну, зачем можно рвать науку? То есть, что напасть на кого-то? На кого? На испанца. Да просто, блин, выйти в космопорт, построить его и лететь. Как тебе такой вариант? Да, не обязательно. А у кого 50 науки? Горгу. И у Доминуса. Доминиуса. Может, просто люди немного заблуждаются, но... Мне кажется, лучше сначала выстроить необходимые районы. Ну, я начинал с этих торговых районов, а потом поставил два кампуса. Красавчик, тогда все четко. Тогда вопросов нет. Ну, вообще, больше всего районов, я так понимаю, у Аравии все-таки. Он там и великих людей вроде при этом берет. А, ну да, первого ученого ученого он взял, первого торговца. Потому что у Ацтека 4 города. Он там военный, у него уже пошел. Просто мы дружим, поэтому военные лагеря построили. Что? Бесное такое замечание. Нет, ну на всякий как бы случай, я ж. Ну да, да, когда такая граница, всегда она даже. Да, лучше так, чем потом с приключениями. Блин, когда ж ты уже догоню я тебя? А ты миссионера можешь подвинуть, или он уже походил возле моего города? Ох он. Амбар, да. А. Так у меня тут теперь покупается все за веру. Точняк. Ну, окей. А вот и 6. Принято в ближнем или эпохе Возрождения, и новые строители получают больше. Так, бонус от священного места. Чудеса. Блин, я сейчас чудеса нифига не строю на самом деле. Хм. Так, давайте юнитов. Кстати, странно, что нигде не написано, что Акрополис только на холмах строится. Написано. Написано? Так, надо строителей поднастроить. Было раньше, во всяком случае. У меня на английском нет. Но мы продолжим строить... Оракул. Так, я так понимаю, Грек, выше тебя, вот по дороге от Олимпии, там будет араб где-то, да? А, тут еще Микены, блин. Церковная собственность, насколько я понимаю, только тебе будет шить, да? Ну, конечно. Ну, это, стоит. Да, это основание, верование основателя, только тебе. Ясно. Нет, только мне. Давайте стремя исследуем. Стремя. Thank you.
так ты как дружить планируешь? Ну, вроде да. Уже вроде со всеми заключили договора, нет? Нет, я вот тебе кидаю, ты что, понимаешь? А кто ты, прости, я француз, мирный сосед. А, ну ты же далеко от меня, что нам объявляется дружба? А как далеко? Близко вообще. Ох, нифига, за один ход, но это вот. Я в этот же ход доставил. Бедно. Надо было рубить. Я рубил. Оракул построили. Ох, рубил. Нормально рубил. Надо было рубить с душой. Вот на этом ходу должен был еще лесок вырубить. И прям на этом месте. Бедно. Жаль. Так что, Абстек, ты не хочешь принимать, правильно? Да давай закину, друг. Ну, конечно. Разобрался. Так, обращение... О, Сеул хочет обращение в веру. Сначала им займемся. А другой что хочет? Великий писатель нет. Так, тут вроде обработано все, что я хотел. Хотя вот шахту здесь. Один заряд. Строителя. Так, 34,6 у меня науки. Я пока отстаю все равно по техам. Тут 17, а у меня 15. Я, правда, не вижу, сколько там у первого игрока, но прикольно, что у первого места 17 технологий, у предпоследнего 15. А первого и последнего я не вижу. А, вот качечка на последнем месте, это он там говорил про то, что зачем вы рвете науку, да, вот это вот все. Но я еще питаю надежду догнать вас. Не, ну я так понимаю, что ты там совершенно недалеко. Ну, если тут знаю. Разница в две технологии всего. Это смотря куда они идут. Ну ты ж можешь плохо открыть, и мы можем видеть, что у нас только циферки, вот, видимо, образование открыл. Ну, я смотрю, что вот все... В одной точке. Сейчас я открыл науку. Во всяком случае, всех, кто я вижу, они в одной точке. Ну, у меня будет плюс 15% науки следующего. Ну, открой наум, там, где стремя. Вот в этой. Военная тактика, ученичество, стремя, машиностроение. Вот все на этой линии. Уже видно где-то. Японец, если там будет возможность, тыкни вот этого красненького. Колебался за ним гоняться. А где он? Возле скаута справа.
с этим знаком? Ну, я тот лагерь, где он был, снес, а он бегает, не пойму, куда он бежит вообще. Я что-то не вижу. Варвара вообще не вижу. Скаут, который стоит у тебя возле Америки, справа. Рядом с ним стоит красненький. Видишь? Вот бифокуст. Возле Америки? Индус. Да. Так Америка. А, тьфу. Индус. Понял. Понял, да. Окей. Разведчик ты имеешь в виду? Да, да. Ну я не уверен, что я его убью. Да не, просто пикни, может быть, я не знаю, я его хочу догнать. Ну, на следующий ход только. Никто там не может, я его и сам убью. Индус, вот видишь, у тебя два скаута у меня тут бегают. Так вот, они находятся как бы в мешке. То есть вниз они уже никуда не пройдут. Ты можешь просто не успеть их вывести, у нас с ацтеком расширится граница, и все, и они тут останутся навсегда. Поэтому я на том месте просто вернулся обратно. Понял, спасибо. Хотя он тут может пробежать, но... У меня эврика для астрологии появилась. Я наконец первое чудо нашел. А у тебя нет астрологии? А нека она мне нужна. Я безбожник. Обалдеть. Луки-то изучены? А, да, нет, я помню человека, который подтверждал, что луки-то не нужны. Луки-то изучены. Арбал уже изучен. Ну, так та же фигня. У меня перлуки не изучены тоже, нафига они мне. Счастливые люди. Не, оно прикольно. Вот, знаешь, есть еще в начале такая штука, когда много прачников настроить. И они очень дешево апаются в луки, но... То есть это лишняя теха, да? С другой стороны, опять же, зависит, какие тут бегают рядом варвары. И у меня вот эти кони, то есть мне как бы лучники не нужны были особо. Надо все-таки, наверное, тут город поставить. Или тут. Или и там, и там. О, тут ворон меня сам атакует. Мы все апрентисы в крафте, где никто... Значит, силу хочет в обращение в веру. Ой, ой, ой. Отлично. Выполнили задание. Так, Теринф сам обратится, Эфес сам, он, наверное, Олимпию. Араб, дружба. А, вот еще один лагерь тут, понятно. Ну, в общем и целом, кстати, на 10-рых играбили нам получилось. Вполне. Это приятно, что это признает тот, кто больше всех ныл. Давайте заново начнем на 8-рых. Ну, не ныл, а не, делал ну, там справедливое замечание, я да, бы так да. сказал. В начале были проблемы. Потому что в начале было действительно некомфортно. Да, Перикл 127. Культуры? Mm-hmm. Да, он да, там. Это, пацаны, ждите корпуса с армиями, соседи. Да-да. А ты его понерфили, да? Ну, его Или понерфили. Это? Ну, в плане, как понерфили? Он в ущерб какой-то, какому-то району важному построил. Ну, для кого какие важны? Культурный район, на самом деле, хороший район. То есть, построить его не значит, что... 127 потерять. Просто вообще грек город какой воткнул. Где? Между Женевой и Кабулом. Это зачем он тебе там?
стесняюсь. Микены? И микены стоят там, нет? А, ну да. Просто это совсем цифры. Тут еще, знаешь, такой есть момент, что я не знаю, вот, но такая идея. Вот заметь, французские границы и греческие, они какие-то одного цвета. Ну да, вообще одного просто причем. Может быть, в дальнейшем это какое-то объединение будет, я не знаю. Все подталкивает. Франко-греческая. Будем союзниками. Ну я-то поддержу, понимаешь, я же за свободную Францию. А подождите, а это у этого грека как раз 120? Как раз вот у этого грека вот все хорошо. Хорошо, что у меня с ним дружба. Ну ты же знаешь, когда дружба заканчивается? Да. Когда появляются корпуса. Я думаю, что же меня очень любит. Ну не знаю. Как бы у него там есть поближе друзья. Не знаю. Поближе, друзья. Так, здесь построил монумент. Блин, как-то дороговато все строится. Нет, стены это я случайно нажал, я амбар хотел. Горго, я к тебе в форсал кину караван. Нормально? Мы же друзья? Еще один вопрос, повисший в воздухе. Афины. Закончилось. А есть кто-нибудь? Какой-нибудь игрок, который всех уже нашел. Я. Не нашел испанцев. Ну вот видишь. Я тоже его не нашел. Испанец возле Канди бежит к вам воинам своим. А, так Канди это ж недалеко. Это недалеко. Беги. О, да, я... А где ты там? Беги я к Микенам. Не знаю, где да. Микены. Классно. Хорошо. Справа от Канди. Вон, араб всех нашел, говорит. Ну и как примерно расположены? То есть я так понимаю, что мы с французом в центре, да? Справа от нас ацтек, и еще правее, видимо, американец, да? Ацтек, сделочка. Там вверху индус. Он в самом верху над французом. Yes. Да. А справа от француза слева тогда что? Я. Справа от француза ацтек и американец. Так они и справа от меня. То есть у них типа такая большая территория. Так, американец, мы это дружбу продлевать будем? Да, так я ж тебе кинул. Горго вырвалась вперед чуть-чуть. Ты мне просто еще сделку эту, наверное, делегацию да, послал, не да? Не то, походу, послал. Ну, ты же нужна пауза. 5 минут. Да. Подожди, давайте ход минут. Закончим. Быстро сходи просто. Да подожди. Ну, на следующем ходу я уже все сделал. Да, следующим ходом сделаем паузу. Окей. Тогда, может, всем куда-нибудь надо сходить? Био, АФК и все такое. Сходите, купите мне сигарет. Если ты очень постараешься, ты вложишься в 5 минут.
Ты на каком этаже живешь? Я не курю, вот вопрос. Я поставил. Продлеваем дружбу. Поставил на паузу. Да. Уже начали? Да. Да. Только начали. Так, стоит ли мне тут храм строить? Это мне пока в Кракове достаточно будет храма. Значит, надо в Люблине. В Люблине. Быстрее вырасти. До 7 хотя бы. Для этого. Ну, водяную мельницу, видите, рис есть. Нет, тут сейчас мы веру на апостола копим. Копим веру на апостола. Канди и возле лошадей гора. Я по ту сторону горы. Я слева от Канди. Я слева. Все, сейчас, ребят, сейчас. Наконец-то. Я так долго к тебе шел. Надеюсь, у тебя есть что-то поменяться. Вот. Успех. Ура. Успех. Недостаточно довольства в бытгоще. Ой, господи, что там громко. Странно. Так быстро у него довольство исчезло. Не, ну то, что тут места больше нет, это да. О, я Доминус встретил. Ну все, осталось только качечку. В принципе. Все нашлись. Пойду я тоже к Канди тогда. Место встречи изменить нельзя. Я фьорд какой-то нашел. Сколько у меня уже от религии идет? О, плюс 18. Норм. В принципе, я, конечно, могу попробовать своими летучими гусарами тут. Побарагозить. Ни у кого нету взаймы 240 голды? 240? Да, я отдам. Запросики, ребят. Ну, с варами надо разобраться. Блин, сейчас Горка еще и классного ученого получит. Да. А сколько ты хочешь? 280? 240. 240? Ну, я могу тебе как бы в суд... О, подождите, а куда ученый делся? В суду сдать. Типа, эти 240, а ты мне 10 золота на 30 ходов и гипс. А, гипс за веру выкупил этого ученого. 10 золота на 30 ходов и гипс, это через чур. Давай просто 10 золота. Mm-mm. Ну ок, все равно его продавать некому. Ну я тебе предложил. Спасибо. Леш, я тебе там тоже предложение кинул. Сейчас, пускай Грек примет сначала. Я принял.
что ты принял. У меня не добавилось плюс 10 вход, например. А, хотя деньги... А, деньги ушли. Да. Следующим ходом будет, да? Ну, обычно здесь очень много чего со следующего хода начинает работать. Построил сейчас. Учет идет со следующего. Так, апостол 200 стоит, так что следующим ходом я еще апостола не смогу купить. А вот я писал без доигровки, в кавычках. До скольки мы будем играть примерно? То есть ты решил полпятого выяснить только. Давай мы все-таки, знаешь, когда вот уже там кто-то будет ныть, типа я не могу, я спать хочу, тогда будем решать. Окей? Окей. У меня еще... Почему надо коммерческие районы строить? У меня бонус. Суконные ряды производства дают. Если я буду в чужие города их отправлять. Все, я открыл крылатых летучих гусар. Хороший юник, кто-то тестил. Имба. Там как? Ну, они... смотри, они вот сейчас 55 силы. У тебя есть сейчас юнит на 55 силы? Ну, есть на 48. И, в принципе, если очень захотеть, будет 55, но это будет мушкетер. Да, а тут чувак бегает на 4 клетки. Ага. На 4. Ну так вообще, в принципе, если ты прям откровенно говорить, то средненький. Не римский легион, да? Да. Понятно. Не, ну... Двести, да. Это для укрепления религии я буду апостола брать. Так-то, в принципе, у меня религия тут сама распространяется уже потиху. Ага, библиотеку могу купить. Нет, знаете что, на апостола. Оставим на апостола. Француз открой, пожалуйста, границу. Я хочу убить этого варвара. А, кинул предложение. Так, могу. Пожалуйста. Караван создать. Знаете, сначала суконные ряды, а потом караван. Производство получать. А сколько у испанца там армии? Я его не встретил, не вижу. Да нисколько, чего вы переживаете? Я в науку даже не ударился. Вы сейчас начнете убивать меня. Кто мы, блин? Это француз спрашивает. Как он тебя может убивать? Он вообще хочет подговорить вот людей, которые рядом. Типа, да, блин, это вообще... Да, слушай, нет. Армия вообще никак не... Я тоже тебя не встретил, но я предлагаю качечку вынести. Вообще никак не мешает. 365. Это фигня. Вопрос. Качечка, ты религию основал? Естественно. Ну, тогда цифры ничто. Жажда, так, а меня нету рядом. Нет, да я понимаю. У меня мало веры в ход. Ничто. Не надо, ребят. Мало веры в ход. Мало? Это сколько? 43. 23. А там, чтобы вот покупать за веру юнитов, надо что-то брать? Специально? Теократию. В реформации теократию. Надо еще и культурки. Перед, ну, по то есть это должен быть определенный политик правительства у тебя.
Билдец так, должен да. быть нормальный. У меня билдец фиговый. Для что, может, штуки. Торговую республику не открыть получится. И взять ее? У меня было в начале два города, я сидел в двух городах. Союз. Просто, Гачка, ты плохо стараешься. Ну что, давайте тебе лучше надо так. Лучше стараться это сделать. Может быть. Может быть. А это вот это чудо для норвежцев, Люси Фьорд? Я, походу, нашел Халецкого. Ну, я тебя не пока не напишу, что мы встретились. Лодочка. Я лодочкой тебя вижу на холме. О, так подплыви тогда. Лодочка. Сейчас. Вот около этого Льюси Фьорда, да? О. Ну что ты, слушай, и нифига, и мы не встретились. Да, это очень странно. Знаешь почему? Тут нет, потому что тут скалы. А сверху нету скал? А я да еще не доплыл. Не, сверху в там другую. Аж возле араба, и там лагерь варваров стоит. Да, ну тогда дальше плыви, там есть, вот есть клетка там, в ту сторону. Ну это бред, конечно. Нет, ну ты-то меня видишь, мог бы помахать там. Так я машу, и ты даже не представляешь, чем я тебе машу, но, блин... Видишь, ничего не происходит. Извините, подзорную трубу еще не изобрели. Ну, греки уже, походу, близко. Знаете, во Вроцлав перекину, чтобы проложить дорогу вот так. О, апостол, отлично. У меня замечательная религия, называется Качич. Неожиданно. Что сказать с религиями? Польша в 9 городах. Да, сизм в 9. А чей это крестик? Православие в 3. В 3. Крестик из французский. Православие? Да. Я смотрю, ты так хорошо расползаешься. Сеул каким-то образом захватил. Я не понимаю, как вообще Сеул, причем здесь. Почему? В Сеуле уже 4 из 7. Это бабочка, это мой. А-а-а, пробачь-то. Да ничего. Я что-то... Оно просто одного цвета, блин. Причем тут бабочка, цвет? И крестик. Если совсем разные эти. Ну, я на цвет обращаю внимание, на символы не посмотрел даже. Фу. Ну, это хорошо тоже. Это хорошо. Я не думаю, что есть смысл прямо так вот пытаться распространить свою религию везде. Бабочка, крестик. Так, тут на производство. Тут на рост. Тут на рост. Хотя 12 тут особо нету. Надо строителей, конечно, так, строить. Ну, греку осталось, наверное, ходов 5-6 до национализма. Да? Нет, далеко еще. Далеко? Я что-то не верю. Национализм уже близко. Но я не по той ветке просто шел. А зачем? А куда ты шел? По социальной инженерии. Я понял. Ну, тоже варик. Ну. Социально? Ну, это добавляет 200 обороны к каждому городу. Или строительно. Я знаю, но... Просто... А зачем, если у тебя будут войска крутые, зачем тебе оборона в городах? Ну, он в развитии играет через оборону. Да, оборона выйдет. А что добавляет 200 оборон? Социальная инженерия. Это наука или институт? Грек. Защита — это непобедимость, о, да? Далеко. А нападение — это победа. Ну,
Ну, я не знаю, там, я надеюсь, если грех на кого-то пойдет, там у него соседей много, надо как всем прийти и поглядеть на территорию. Конечно, конечно. Тут без вариантов. Потому что если он сейчас еще соседа заберет... У него большее количество городов, чем у всех. Он по науке сейчас выстрелит. Там, готовьтесь, мамлюки и все там, и же с ними. Он не выстрелит по науке, потому что, ну, я практически все его города вижу. У него максимум Афины 8. А так как он везде строил акрополи эти, то у него просто практически, по-моему, и, ну, нету этих... Ни одного нету кампуса. Да, у него ни одного кампуса нету. Так он же просто возьмет кампус и сейчас построит, и вот тебе, грубо говоря, плюс 6, плюс у него с университетов, не забывайте. Так кампусы он... еще построить не построит. Не построит? Нет, они у него дорогущие, у него огромная цена районов, он вперед ушел по культуре. Да, кстати, тоже факт. А, ну да, вариантик тоже. Так, что это возьмем? Я сделал, вот собор, думаешь, а почему у меня так мечеть, все дорого, вот тебе ответ. Синагоги, пагоды, защитник веры, то есть защитник веры мы не берем, да? И крестовые походы тоже. Yes. Все, до сих пор они не исправили в русском переводе, до сих пор плюс 10%. Это ж не важно. Комиссионеры дешевле, религиозные юниты игнорируют эту мысль перемещения. Можно вон прически сделать. Рейдерспи, значит, мне что-то из домов надо. Либо пагоду, плюс 3 веры и 1 к жилью. Либо мечеть. И одна ячейка для религиозного искусства. Ну, или плюс 1 к жилью, или плюс к распространению. Давайте к распространению возьмем. Возьмем мечеть. А, это апостол был. Так, Качечка. Плыви свои. Куда ты обратно поплыл? Плыви вперед. О, встретились, все. Это победа. Все, я теперь всех встретил. Вот я смотрю, армию вообще никто не строит особо, да? Тут смотри, если кто-то на кого-то нападет, то остальные 9 человек скинутся по 200 золота пострадавшей стороне, и он купит себе такую тучу войск, что это бессмысленно. Так. Как вариант. Ну я бы проспонсировал нападающих на греков, как бы, даже так. Люблин, Плоцк. Давайте в Краков отправим пока. Надо смотреть. Хотя... просто кто на кого. Люблин, понятно, давайте Люблин. Тут такая дорога как раз... Франция, это мисклик был. Это война. Объявление войны, это мисклик. Знаем мы такие мисклики. Странно, что не испанец, да? Так, а зачем? Это мы все будем покупать. Грек выбросил альянс. А зачем альянс мне? За веру. Я не хочу, извините. Тебе недалековато, Грек? Ты ничего не покупал? Я же говорю, мисклик, я просто хотел посмотреть, можно ли альянс заключить. Можно. То есть, если ты с целью поинтересоваться, да, ко мне пришло предложение, я мог его принять. Ну, японец 60, горго 61. 59 Польша. Нормально. Ну, а у француз, например, что-то... последнего, кого я вижу, 44. Ну, то есть это небольшая разница. Нет, у меня 30-очка, не переживай. Да, и 32 и у индуса, так что это не сильно большая разница, это все догоняемое. И... ну, люди вышли в религию, потом выйдут. Теократию. Это уже ну, поздно. Поиска. Надо к 70-му году это все делать. Как раз теократия. А у меня этого не будет скоро. Я вот отстаю по культуре. У вас уже должна быть теократия. Ну, там или торговая республика, или теократия. Так что не знаю. И я не знаю.
А тут никто не вышел, продвинутый форм правления. Пока еще нет. Чудесатые строят. Кто? Кто-то. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите завтра. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.